К другим темам. Вячеслав Гладков встретился с назначенцами кадрового проекта «Новое время». Об этом губернатор Белгородской области рассказал на своей странице в социальных сетях. За последнюю неделю четверо победителей заняли должности в администрациях Прохоровского и Крачанского районов, а также Грайворонского и Новоскольского округов. Еще двое финалистов «Нового времени» скоро также займут руководящие должности в правительстве региона, заместителей в департаментах ЖКХ и экономического развития. Сейчас они проходят процедуру оформления. Вижу, что желание есть у каждого из вас. Все остальное зависит только от вас. То есть на сегодняшний день мы ставим перед собой очень амбициозные задачи по развитию Белгородской области. Ни один человек не должен быть остаться без внимания, это сложно. Но все решаемо.